Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardset Info. Сегодня я вам покажу, как настроить ход в iPad 8, включить и изменить рингтон. Чтобы на данный случай изменить рингтон, нам будет нужно перейти в настройки, после чего здесь же перейти в ниже в звуки вибрации. В самом верху мы видим Notification, где мы можем выбрать, например, разные звуки, и также Alarm, где мы тоже сможем выбрать звуки, и даже в фон мы сможем выбрать какой-то нам нравится звонок, например, вот. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.